Некоторые люди считают, что такие пояса используются для сужения талии. Если у вас уже есть проблемы со спиной или мучают старые травмы, именно такие пояса используют тяжелоатлеты. Привет! Атлетический пояс, пояс для становой тяги, для пауэрлифтинга, для тяжелой атлетики, как их только не называют. Специальный кожаный пояс используется для защиты мышц спины от перегрузок. Он помогает предотвратить травмы спины, в частности грыжи, при выполнении тяжелых упражнений, таких как становая тяга и присед. Жесткий пояс поддерживает внутрибрюшное давление, создавая некий корсет вокруг наших мышц кора. Таким образом, он помогает удерживать правильное положение позвоночника даже тогда, когда вы считаете себя гуру бодибилдинга. Get up. Yeah, there it is. Nice. Такой пояс нужно одевать только на тяжелые тренировки. Он довольно жесткий и неэластичный, носить его всю тренировку не получится, да это и не нужно. Используйте только на субмаксимальных весах или тогда, когда вы чувствуете, что ваша спина не справляется с весом и вы начинаете терять технику. Если у вас уже есть проблемы со спиной или мучают старые травмы, то пояс будет незаменимым помощником на тренировке. Перед подходом вы затягиваете пояс на пояснице таким образом, чтобы было ощущение фиксации, но вы могли дышать. Пояс должен сидеть на уровне пупка. Чтобы проверить, правильно ли вы одели пояс, сделайте несколько наклонов. Он не должен впиваться вам в ребра или давить в других местах. Между поясом и телом у вас должно плотно помещаться несколько пальцев. После выполнения подхода слегка ослабляйте пояс. Некоторые люди считают, что такие пояса используются для сужения талии. Но это не так. Для таких целей существуют специальные корсеты. Есть два вида – узкие и широкие. Самым популярным является узкий пояс. Его могут использовать бодибилдеры, пауэрлифтеры и любители. Пояс комфортен в различных упражнениях. Небольшая ширина обеспечивает хорошую поддержку спины и в то же время не сковывает движение. Именно такие пояса используют тяжелоатлеты. Ведь мы знаем, что их движения динамичные, взрывные и требуют максимальной подвижности тела. Это классический пояс. Ширина 10,5 см, 6 см в узкой части. У пояса двойная металлическая пряжка для безопасной фиксации. Хорошо прошит двойным швом по периметру, что поможет сохранить его долговечность. Широкий пояс. Размер 15,5 см. Он фиксирует большую часть поясницы, но может быть не всем удобен. Если вы не уверены, выбирайте узкий, он подходит большинству. Размер поясов можете увидеть на экране. Согласитесь, что лучше предотвратить получение травмы, чем потом страдать годами. И помните, что атлетический пояс – это не панацея. У вас должен быть свой собственный прочный, мощный мышечный корсет.